Всем добрый день, на связи Филипп Орлов, проект «Элитный бизнес». Мы делаем обзоры на различные методы заработка в сети интернет. И сегодня у меня на обзоре очень интересный проект, который мне посоветовал один из моих подписчиков, за что ему отдельная благодарность. Называется он «UK – ваш ключ заработка на криптовалютах». Никому не секрет, что сегодня криптовалюта постоянно поднимается в цене, и на этом можно очень хорошо заработать. Но без знания, как работает вся эта система, очень тяжело. Так вот, компания UK создала автоматизированное программное обеспечение, которое позволяет обычному человеку, не имеющему опыта, полноценно зарабатывать на криптовалютах и берет небольшой процент от чистого заработка своих партнеров. Я тестировал данный проект, как всегда, 7 дней, и за эти 7 дней мне удалось заработать больше 145 тысяч рублей. Давайте я сейчас покажу вам свой кабинет личный. Для этого нажимаем кнопку «Вход», вводим логин, вводим пароль и нажимаем «Авторизоваться». Ожидаем. Итак, мы сейчас находимся в личном кабинете партнера. Как видите, мой баланс на данный момент составляет 3382 рубля, брокерский счет 0 рублей. Давайте перейдем в статистику. Итак, как вы видите, заработано за все время суммарно 148 382 рубля. Выведено 145 тысяч рублей. И я вот за сегодня уже заработал 2384 рубля. Но у меня еще утро, поэтому я еще не работал. Ну, сегодня я планирую заработать порядка 15-20 тысяч рублей. И сегодня я решил для своих подписчиков записать небольшой обзор, как именно проходит сам заработок. Для этого я создам новый отдельный аккаунт и покажу, как вы можете тоже зарабатывать на этом. Итак, давайте перейдем на главную страницу сайта. Обратите внимание, что в данный момент проходит акция, если вы пополняете депозит на любую сумму, то вы на баланс получаете еще дополнительно 1000 рублей, что не может не радовать. Нажимаем кнопочку «Регистрация», проходим регистрацию, вводим ваше имя, вводим email-адрес. Придумываем логин. Пароль. И нажимаем «Зарегистрироваться». Снова ожидаем. Итак, все, зарегистрировались. Трейдер юзер 84-59-82. И наше программное обеспечение уже готово к использованию. Брокерский счет 0 рублей, баланс тоже 0 рублей. Итак, если мы сейчас нажмем кнопку «Запустить», то напишет нам, то выйдет оповещение, что недостаточно средств на счете. То есть необходимо пополнить баланс брокерского счета. Чем мне нравится данная компания, то что здесь можно пополнить брокерский счет минимум на 250 рублей. Если брать другие компании, то где-то нужно пополнять на 50 долларов, где-то на 100 долларов, где-то на 200 и выше. Здесь можно начать с 250 рублей. Это тоже очень радует. Итак, давайте нажмем «Пополнить счет». Сейчас мы находимся на странице компании Ztrade. Это один из крупнейших брокеров на фондовом рынке. И здесь он нам предлагает выбор несколько тарифов. Тариф «Старт», бронзовый, серебряный, золотой и платинум. И здесь уже непосредственно можете сами выбирать, сколько хотите вы зарабатывать. Если пополнить на 250 рублей, соответственно, доход может быть до 2000 рублей. Депозит 500 рублей, доход до 5000 рублей. Ну и так далее. И, соответственно, к каждому нашему депозиту, если вы делаете первый депозит, к этой сумме прибавляется еще 1000 рублей. То есть, как я уже говорил, у них сейчас проходит акция. Ну, давайте пополним сейчас на самый минимальный тариф, тариф «Старт». Так, давайте введем имя, email-адрес,
Далее выбираем способ оплаты. Я буду оплачивать через банковскую карту. Нажимаем «Перейти». С комиссией у нас выйдет сумма 268 рублей. Итак, давайте введем номер карты. Вводим срок годности карты. Далее вводим код, который находится на обратной стороне вашей карты, то есть три циферки. И нажимаем «Оплатить». Итак, после того, как мы произвели оплату, нас перебрасывает снова на страничку личного кабинета. Как мы видим, наш брокерский счет пополнился на 250 рублей. И дополнительно нам на баланс пополнилась сумма 1000 рублей, которая была указана на главной страничке сайта. Итак, для того, чтобы запустить систему и уже непосредственно начать зарабатывать, нам необходимо нажать кнопочку «Запустить». До этого, если мы нажимали кнопочку «Запустить», то у нас выходило недостаточно средств на счете. Но так как мы теперь пополнили, теперь можем нажать кнопку «Запустить». Итак, запускается программное обеспечение. Ожидаем. Далее идет анализ котировок на криптовалютных биржах. Выбираются самые крупные биржи, на которых можно торговать, и непосредственно где можно найти выгодный курс. Теперь происходит запуск терминала. Здесь используется терминал MetaTrader 4. Но кто занимался или работал на фондовом рынке, тот уже непосредственно наверняка знает, что это один из самых лучших терминалов. Ну и непосредственно проходит заключение сделок на криптовалютных биржах. Здесь вы можете просмотреть как раз таки графики, то есть подключены различные биржи, на которых происходит заработок денег. Здесь нам необходимо просто ожидать, пока программное обеспечение выполнит всю необходимую работу и уже нам выдаст сумму нашего заработка. Я немного перемотаю видео, чтобы вы не ждали, пока весь этот процесс пройдет. Итак, мы с вами заработали 1326 рублей. Неплохо, не правда ли? Инвестировав всего лишь 250 рублей, нам удалось заработать 1326 рублей. Ну, конечно, не всегда такой заработок получается заработать. Иногда у меня выходит по 600 рублей, где-то по 800, где-то по 1200. Но иногда бывают высокодоходные дни, когда можно заработать очень много с каждой сделки. Итак, переходим в личный кабинет. Итак, мы сейчас снова в личном кабинете. Как видите, баланс наш увеличился. Мы заработали с вами 1326 рублей плюс 1000 рублей бонусные, которые до этого нам упали на счет. Брокерский счет, соответственно, обнулился. Сейчас, если мы нажмем кнопку «Запустить», то выйдет уведомление, что необходимо пополнить наш брокерский счет. Ну, давайте снова пополним сейчас. Здесь можете перейти в баланс, и вот здесь как раз таки операции с балансом. Нажимаем «Пополнить брокерский счет». Итак, на 250 рублей мы уже пополняли. Давайте выберем тариф бронзовый, может, заработаем больше. Снова вводим наше имя. Email адрес. Снова выбираем способ оплаты. Вводим наши данные. И нажимаем «Оплатить». Итак, мы пополнили наш брокерский счет на 500 рублей и можем дальше продолжить нашу с вами работу. Нажимаем кнопку «Запустить». Снова запускается программное обеспечение. Теперь нам необходимо просто дождаться завершения работы.
Давайте я немножко перемотаю видео, чтобы вы не ждали. Итак, нам удалось заработать 2876 рублей при наших инвестициях в 500 рублей. Итак, давайте переходим в личный кабинет. Как мы видим, наш баланс стал уже суммарно 5202 рубля, что в принципе неплохо, при том, что мы инвестировали всего лишь 750 рублей, ну плюс комиссия. Ну давайте сейчас выведем наш баланс. Попадаем на страницу вывода средств. Здесь необходимо выбрать платежную систему. Итак, хочу обратить ваше внимание, что здесь есть определенные сроки выплаты. Если мы убираем банковские карты Visa, MasterCard, то наши деньги поступят в течение 1-3 рабочих дней. То есть зависит от банка. Ну и соответственно электронные кошельки, все вывод здесь моментальный. Я буду выводить на Kiwi кошелек. Указываем наш Kiwi кошелек. Соответственно, здесь доступная сумма на нашем балансе составляет 5202 рубля. И нажимаем кнопочку «Отправить». Ожидаем. Итак, как мы видим, наш баланс обнулился, то есть вся сумма, которая была на балансе, она была отправлена на наш Kiwi кошелек. Давайте сейчас перейдем в статистику. И здесь мы видим, что заработано за сегодня 5202 рубля, заработано за все время 5202. И вот как раз таки выведен 5202 рубля. Сейчас давайте проверим наш Kiwi кошелек и проверим, поступила ли нам выплата. Итак, мы сейчас находимся в личном кабинете Kiwi кошелька. У меня сейчас на счету 51 087 рублей. Вот поступления были, которые сделаны за последние дни. Итак, ну пока еще не поступила нам сумма. Давайте перезагрузим страницу. Пока еще нет, давайте подождем немного. Обычно поступаю в течение 1-2 минут. Еще раз перезагрузим. Итак, все, у нас поступила наша сумма 5202 рубля. И сумма на балансе тоже увеличилась. Итак, ну в принципе, что сказать. Данный проект платит деньги, можно на этом зарабатывать. Если кому-то будет интересно, ссылочку в описании я оставлю к этому видео. И в принципе на этом все. Если интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до встречи.